Я приехал в Казахстан 2 февраля 2014 года. И 28 апреля 2014 года меня закрыли в тюрьме. И пока я здесь, я поблюдал, приехали, администрация меня принимает, хорошо принимает. И я здесь нормально сижу, и после этого начальник, господин майор, замполит и Джаскарат нам приняли сюда клуб, что мы будем заниматься на культуральной песне, петь и такое тоже. За то время, что здесь отбывают наказание осужденные, наверное, все-таки все это приелось, и поэтому появление вот такого вот особого, так сказать, такого же человека вызывает удивление. Вот. Некоторые, что скрывать, в жизни никогда не видели людей с дальнего зарубежья, вот как с Африки, с Америки, с Австралии. Поэтому сначала, конечно, это было в диковинку, но сегодня, это не секрет, они с ними общаются, разговаривают, обмениваются. Те интересуются, как у них там в стране, они интересуются, как у нас в стране. Я недавно спрашивал, как у нас здесь в Казахстане. Они, конечно, очень восхищаются нашей зимой и нашей жарой. Если раньше времени уйдут, конечно, нам будет жаль, но мы думаем, что мы людей других подготовим к этому времени. Но как камерунцев, наверное, людей у нас больше, наверное, не будет у нас.